Саш, добро пожаловать домой. Расскажи, как добирался. Добирался тяжело, очень долго. Пересадка была в Турции, там почти 6 часов. Ну, ничего, добрался, все нормально. У тебя полтора года не было в сборной. Последний раз это было в ноябре 2021 года. Угу. С какими чувствами едешь в сборную? Ну, конечно, соскучился по сборной, понятно, но в то же время там были травмы, поэтому не мог приехать. Как-то даже не везло, потому что совпадало как раз на тот момент, когда была сборная. Сейчас, слава богу, все хорошо, очень рад вернуться. Сейчас очень много людей вызвали. Многих ли ты знаешь, кто там есть в списке из твоих друзей? Ну, из друзей, понятно, там Федя Чалов назвал, Ваню Облякова бы сказал, там... Илюха Помазун и... Ну, а так много с кем общаюсь, но, опять же, там, скажу честно, много кого вообще не знаю. То есть, ну, очень много новеньких. Впереди матч с Катаром. По прогнозу температура будет заходить за 40 градусов. Какие ожидания в целом? Скажется ли погода на игре? Да, это тоже слышал, но, опять же, у нас в команде парни играли на чемпионате мира там. И говорят, что на стадионах у них климатизация есть, поэтому там не будет так жарко на самом стадионе. То есть будет вроде как хорошая погода. Валер Кузяев уехал во Францию и в одном из первых интервью сказал, что сильно скучает по домашней кухне, по гречке. Почему скучал ты и до сих пор скучаешь из русской кухни? Ну, примерно то же самое было первое время. Тоже скучал, наверное, по какой-то такой нашей русской еде, но со временем как-то адаптировался. И, не знаю, сейчас уже как-то, наверное, холодно уже отношусь к этому. То есть, как бы, не обязательно это кушать. Настя, а есть какое-то самое-самое блюдо, по которому скучаешь? Или просто самое любимое русское блюдо? Да, наверное, прям такого одного назвать не смогу. Я только могу сказать, что скучаю там по маминой еде, по тому, когда ты приезжаешь домой. И только, наверное, поэтому. Как тебе старт сезона с Монако? Первый гол, первое место? Хорошо стартовали, наверное, наш лучший старт за все время, сколько я там нахожусь. Сейчас очень уверенно смотримся. Я думаю, что если продолжим в том же духе, то будут большие шансы там. Рано, конечно, говорить это, но на пьедестал большие шансы есть.